Каким будет День города Видное и Ленинского района? Об этом знают его организаторы, которые начали готовиться к событию задолго до 10 сентября. Праздник продолжится в течение всего дня. Какие-то из мероприятий уже знакомы местным жителям и стали традиционными. Другие окажутся сюрпризом. Общее название в этом году – «Загляните в семейный альбом». Так или иначе, вся праздничная программа будет пронизана темой семейной фотографии, как части истории города. Так каждый сможет устроить для себя и своей семьи фотосессию. Полученные фотографии можно будет отправить к нам в редакцию. Слайд-шоу из всех снимков будет представлено в конце праздника. Также в рамках Дня города будет обустроено так называемое «хоровое поле». Мы пригласили много хоровых коллективов из различных уголков Московской области, к нам даже приедут. А сейчас пока по неподтвержденным данным вот мы ждем еще калужан, но точно подтвердили свое участие наши замечательные один из коллективов, «Дети Корчаночка» называется, из Краснодарского края. На празднике можно будет познакомиться с работой приюта для бездомных собак. Каждый желающий сможет стать другом для одинокого четвероногого существа и принять собаку в свою семью. Ведущей торжественной части будет Илона Броневицкая. В празднике примет участие и наш земляк, заслуженный артист России Алексей Глызин. И, конечно же, по традиции вечером концерт, где выступят известные российские артисты. Это Алексей Чумаков, это группа «Фабрика». Это, конечно, Стас Пьеха, который давно нам обещал. И вот, наконец, он выбрал время, да, для того, чтобы к нам приехать. Это Игорь Бутман, который тоже стал для нас уже родным и тоже обещал приехать. Праздник продлится до 23 часов и окончится большим салютом, которого, как известно, несмотря на позднее время, дожидаются даже самые юные видновчане.